Всем привет, с вами Inform TV. Когда-то очень знаменитые и обеспеченные люди остались абсолютно без средств к существованию. Слава и популярность – абсолютно непостоянные блага. Бывает так, что сегодня ты знаменит, а завтра про тебя уже все забыли. И это видео как раз о таких людях. Знаменитый Киса Воробьянинов из «12 стульев». Это одна из самых запоминающихся ролей Сергея Филиппова. Когда-то этот актер был очень известен и популярен. С его изображением выпускали даже марки, а на фильмах с его участием неизменно был аншлаг. К сожалению, последние дни Сергей провел в жуткой нищете без средств к существованию. После смерти его тело было обнаружено только спустя 2 недели. И при этом Ленфильм не выделил на похороны величайшего актера ни копейки. Валерий Макдьяш. Этот актер – звезда скетч-кома «Наша Раша», известный актер театра и кино, участник труппы Джигарханяна. Мужчина говорил, что за один съемочный день получал $1000 и работал в проекте целый год. Однажды он решил собрать все сбережения и продал квартиру. Собрал все вместе, пошел в банк, чтобы положить в ячейку, а потом купить себе 2-комнатную квартиру побольше. Но на подходе к банку Валерия избили и ограбили. С этого момента жизнь актера перевернулась. Он остался нищим и при этом еще и бомжом. На данный момент ходят слухи, что актер начал часто прикладываться к спиртному. Где он проживает, неизвестно. Сергей Бехтерев. Советский и российский заслуженный актер театра и кино. Лауреат Государственной премии СССР и заслуженный артист России. Он не раз появился в кино еще в школьном возрасте, а в более зрелом он стал одним из самых популярных артистов и любимцев публики. Актер всегда был дружелюбным и способным понять любого. Это и сыграло с Сергеем злую шутку. Однажды, чтобы помочь другу, он заложил квартиру. Жилье Сергея выкупить так и не смог. В итоге стал бомжом, остался без средств к существованию и скончался в больнице от менингита. А как вы считаете, почему такие прекрасные и талантливые люди в конце жизни остались без денег? Пишите в комментариях. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь. Удачи!